Всем привет, меня зовут Кочетков Александр, я с города Омска. В данный момент, сегодня 29 июня 2014 года, я нахожусь в бизнес-центре гостиницы «Хорстон». Дух захватывает от всего этого увиденного. Я сижу на одном волшебном месте, которое в буквальном смысле озолотил один наш человек, которого мы, как нам сказал еще один человек, которого мы не должны пиарить, сказал нам Артем. Это место, на котором заработал много денег Фанис Хабибулин. То есть это гостиница, поймите простую вещь. Как можно заработать в холле гостиницы много-много денег? Спросите у нас, и мы вам скажем. На самом деле все очень просто и настолько интересно. И вот в этой гостинице и в этом бизнес-центре 6-7 декабря будет проходить розыгрыш автомобиля Hyundai Solaris на спецтренинге. Грандиозное мероприятие. На грандиозном мероприятии, которое мы еще не знаем название, но это будет 6-7 декабря. Участвуйте в спецтренингах, приезжайте, вы поймете, потому что здесь нам выносят, так сказать, в правильном направлении мозги Фанис и Артем. Не выносят, а вставляют, наоборот. И вставляют, и выносят. То есть то, что было не нужно, выносится напрочь, все, что нужно, вставляется туда. И я думаю, что это будет надолго и качественно. То есть приезжайте на спецтренинги, это то место, где можно очень много заработать. А вот мы как раз сейчас заряжаемся той энергетикой этого здания. То есть на самом деле здесь, наверное, нельзя не работать. Вот представьте, это холл, это всего лишь навсего холл гостиницы, и он здесь заработал денег. Так что всем привет, кто еще сомневается, заходите на тест-драйв. Именно с этого места Фанис ведет. И с этого места Фанис ведет тест-драйвы. То есть в прямом эфире. Заходите в бизнес, и все будет у нас классно. Не верите, зайдите и проверьте. Все, всего хорошего, всем до свидания.